Всем известно, что лучший отдых – это отдых у воды. К сожалению, вода может доставить не только море удовольствия, но и привести к трагическим последствиям. Не использовать неисправные надувные лодки, не заходить в воду в нетрезвом состоянии, не подплывать к движущимся моторным лодкам и катерам – это не полный перечень правил, которые необходимо соблюдать во время отдыха на воде. Купаться в тех водоемах, которые проверены и непосредственно предназначены для отдыха. Как бы, когда люди находятся на море, это в первую очередь не заплывать за буйки, не купаться в штормовую погоду, не купаться в нетрезвом состоянии, потому как это первая причина гибели. Потом такой момент, когда соблюдать температурный режим, когда человек отдыхает на солнышке и резко погружается в воду, происходит перепад температуры, и человек тоже теряет сознание, и происходит утопия. И в конце концов с детьми провести инструктаж о мерах поведения на воде и не оставлять детей без присмотра. Подавляющее число несчастных случаев связано с нарушениями правил безопасности поведения на воде. Помните, каждый может оказаться в ситуации, когда исключительно от собственных умелых действий будет зависеть жизнь или жизнь рядом находящегося человека. В этом году погибло на водоемах Белгородского района 2 человека. По сравнению с прошлым годом, на текущий момент гибель составила 7 человек. Сотрудники МЧС настойчиво обращаются к местным жителям и гостям Белгороднестровского района с просьбой не пренебрегать предостережениями, соблюдать элементарные меры безопасности и не создавать опасных для жизни и здоровья ситуаций.